Решение межведомственной комиссии об освобождении земельных участков от некапитальных конструкций выполняет Управление муниципального контроля совместно с сотрудниками полиции, Управлением торговли и территориальными общественными самоуправлениями. Так, на днях на пляжной территории в поселке Витязево было демонтировано летнее кафе. На демонтаж ушло несколько дней из-за сложности конструкции. Кроме того, работу техники осложняло наличие отдыхающих на пляже. Тем не менее, конструкцию разобрали и поместили на штрафстоянку. Еще один незаконно установленный объект пошел под снос на улице Пушкина, 19. Здесь также демонтировали все конструкции, включая ограждение. Совместно с сотрудниками Ремстроем был освобожден земельный участок, порядка также 120 квадратных метров, который использовался под летнее кафе. Столы, стулья, зонты, которые были установлены, деревянное ограждение, оно все помещено на штрафстоянку. Собственнику необходимо будет предоставить документы, на основании которых мы будем возвращать данное имущество. Кроме того, на участке демонтировали самовольно уложенную тротуарную плитку. Раньше здесь был газон, но предприниматель его безжалостно закатал в бетон. Было принято решение вернуть участку прежний вид. В ближайшее время специалистами ЖКХ будут проведены работы по восстановлению зеленого покрытия.